Шахматы являются одной из древнейших интеллектуальных игр, в которую играют на всех континентах и во всех странах. А в нашем городе есть одна из немногих в Украине действующая шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа, где детей учат премудростям этой игры. Шахматная школа Величевская работает в той схеме, в которой она выглядит сегодня. Это с 2004 года, когда она вошла в систему отдела образования. Значит, за этот период в школе работает два отделения. Это отделение шахматы, есть отделение шашки. Игре в шахматы в нашем городе учат не только в шахматно-шашечной школе. Кроме школ, еще мы работаем на базе детских садиков. Ну, к сожалению, не во всех. Но у нас следующий учебный год, как бы у нас запланирована работа в 11-м садике. Возможно, еще в других. Ежегодный шахматный фестиваль «Солнечная пешка» проводится 13-й год. В них принимают участие юные шахматисты из Украины, Молдовы, а в этом году даже один участник из Швеции. Из тех 100 участников, которые зарегистрированы, участвуют в этих соревнованиях, 2/3 – это наши дети. То есть остальные приехали с разных городов. Благодаря поддержке городских властей соревнования проводятся на хорошем организационном уровне. В условиях вот наших сегодняшних сложных экономических ситуаций организаторы делают все возможное. Вот, и я очень рад, что нашим детям, приезжим из других областей Украины, есть здесь и неукраинские участники, предоставлена возможность потренироваться, поиграть в таком хорошем турнире. Высоко оцениваем. Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, а главное, развивает и тренирует память. Во-первых, судя по Величевской шахматной школе, и вот эти ребята, что занимаются от 8 до 14 лет. Во-первых, они все интеллигенты. Вот я заметил по людей моего возраста, когда мозг работает, вроде дольше живешь на 2-3 года. Вот честное слово. Игра в шахматы – прекрасная возможность проверить и продемонстрировать свои интеллектуальные способности, что и будут делать юные участники фестиваля, который продлится до конца следующей недели.